Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить растения против зомби мод Брутал. Так, 3.6 у нас глава, да? Значит, сегодня мы, скорее всего, ее закончим по-быстрому. Угу. Ай, каток, каток, я помню, а колючки у нас нет, да? Значит, берем обычный подсолнух, нам должны дать время, чтобы развиться, соответственно. Что у нас? Водолазов нет, отлично, тогда... Кабачок, вишневая бомба и перец против катка хорошо пойдет. Грохострелы против обычных. Картофельная мина для начала. Ну все, я думаю, с остальным справимся. Хотя, наверное, я зря взял ледяной и такой, правильно. И скорострел, а обычный не взял. Мы можем не успеть просто от них отбиться. Хотя у нас есть грабли, поэтому... Поначалу, если повезет, то все хорошо пойдет. Надеюсь, сейчас пойдет два обычных. Чтобы один наступил на грабли и один на картофельную мину. А потом уже пойдет конус один. Это был бы идеальный расклад. Ну нет, нет, наоборот. Вот сейчас пойду два обычных, смотри. Я говорю наоборот. Сначала надо два обычных, чтобы один из них сюда... Ой. Так слишком быстро волна прошла. Ага, вот и все. А, двое тут идут. Ну тогда, возможно, мы даже горохострел успеем купить. Даже двойной. Лучше, конечно. Так, они уже слишком быстро идут, давайте быстрее, 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 быстрее. Либо придется как-нибудь остановить их и кабачком, но не хочу так. Быстрее, мне нужен скорострел двойной. Отлично, хорошо, все отлично. Теперь давайте еще солнышек, отлично, для грохострела. Фу, для подсолнуха, еще один подсолнух надо, и на воду можем ставить подсолнухи тоже. Так, снизу, вот сейчас пошли очень сильно плохо. И причем идут очень быстро. Возможно, кабачок придется использовать один разочек. Так, ледяной горохострел, надеюсь, успею использовать. И картофельную мину, да? Да, надеюсь, вот так вот сделаем. Хотя у нас хватает... На скорострел... Лучше скорострел, конечно, взять уже. Опа. Все, хорошо. Надеюсь, успеешь. Ой, ты офигенно плазменно успел выпустить снаряд. Это замечательно. А вот сейчас подстава, конечно. Два конуса вообще в ненужных местах. Кабачок и картофельную мину, скорее всего, придется использовать, да? Либо, давай вот так, наверное, сделаем. А здесь вот так, и надеюсь, успеет. Эх, давай заморозку сделай ему. Если что, кабачком подстрахуем. Хорошо, хорошо, хорошо. 400, не, мне кажется, мы зря. Один кабачок не страшно будет потратить сейчас. Угу. Все, замечательно. Здесь теперь тоже нужен скорострел. Быстрее, быстрее, быстрее. Хватит ли? Два солнышка, но одно, по идее, с неба. Ага, должно упасть. Во, я один подсолнух дал. Идеально. Ах, теперь на воду надо успеть все. Так, внизу скорострел нужен ставить. Срочно. А на воду тогда ледяной пока поставим. Так, 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 так. На воду сначала ледяной, тут у нас пока есть немного времени. И сейчас двойной надо успеть поставить. Быстрее, всего три солнышка, я думаю, мы должны успеть накопить. Раз, два, еще одно, быстрее, 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 отлично. Все, идеально. Ай, вода, 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 очень плохо. Тогда тут лучше ледяной горохострел, и потом мы кабачок используем. Ледяной, чтобы первого замедлить, и второй успел подплыть. Давай так. Хорошо. Ой, еще и заморозил. Красавчик вообще. Давай вот так. И вот так. Все, идеально. Просто идеально. Раз, и все. Так, теперь двойной нужен на воде. Правильно? Ты заморозь пока, пожалуйста. Раз, два. И еще сколько? Два солнышка надо. Всего два солнышка. И все. Кабачок больше тратить нельзя. Это у нас для этого. Катка. У нас есть еще перец, правда, вишневая бомба, но все же. А, мы орех даже не взяли. Вот это плохо, конечно. Здесь вот так делаем. Все, нормально. Ай, пожалуйста, нет, не съешь. Фух, спасибо, отлично. Фух, замечательно. Но с этим теперь очень опасно. Тут лучше еще один скорострел успеть поставить. Давай так поставим. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас лучше побольше солнца иметь, потому что сейчас будут идти катки. Нам нужен перец. Колючки-то у нас нет, правильно. Кабачок нужен. Во-во-во, погнали. А, сразу два. Это нельзя так. Ты чё? Ай-яй-яй, вот мы, смотри, два потратили, замечательно, и чем дальше отбиваться? Получается, у нас только перец. Ну и то, попробую успеть накопить на него, ага. Ага, перец здесь вот такой, да, крестом идет.
Ага, допустим, запомним. Но нужно больше горохострелов. Нужно ли нам еще ледяные? Давай это чисто от обычных отобьемся. Хорошо, у нас будет время для того, чтобы катки выносить. Ну, помирай быстрее. Все, отлично. Давай, опа-на, красавчик. Так, да что ж такое-то, а? А, бобслисты успели все-таки прийти, да? Замечательно. Быстрее, вишневая бомба. На, идеально, идеально. Но серьезно, всего одна клетка была, ты че? Ладно, поставим пока тут. Все, у нас по защите на земле все готово, ага. А вот и каток неожиданно. Да ты издеваешься, что ли, опять? Надеюсь, успеет картофельная мина вы. Ну вот смотри, вот это вот, что такое? У нас тупо не хватает. А что мы еще можем против катков поставить? Да нифига. Это, надеюсь, хотя бы... Успей! Эх, зараза, не успел. Ну, а, ну зашибись, давай, да, есть, конечно. Да, конечно, езжай, не стесняйся. Здесь тогда тоже двойной придется поставить. Да, давай, проезжай, конечно, молодец. Не, фиг ты тут пройдешь, понятно? Ух, как вы бесите. Еще, серьезно, у меня и так три скорострела поставлены. Еще один, что ли, ставить? Это перебор. А, и солнышек еще не хватает. Ну, ты че, ну... Перец не хватает уже. Ты че, опять? Ты серьезно? О, сколько там до конца еще? Ну, охренительно просто. Почему их так много? Алло. Не должно быть такого, ты гонишь. Оп, давай, оп, на. Не должно быть такого, понимаешь? Не должно, до колючки. Нельзя так делать, ты чё? Так, ну нижние две линии надо защищать. Потому что по этой леди... Бобслисты могут пойти. Но если чё, тут перец используем. Сверху уже не обращаем внимания, абсолютно плевать. Угу. А, ну хотя так мало их, правильно. Ну давай тогда вот так сделаем. Бац, и все. Угу. Замечательно. Ну и ледяной, естественно, один. Все, замечательно. Теперь ставим два, еще два подсолнуха и сюда скорострел и ледяной грохострел. Давай, для красоты надо поставить, и все. Видимо, уже не успеем. Ну и ладно, главное, что прошли. Фу, ну как-то слишком много катков было, нет? Слишком много, ты чё? Мы и так использовали вообще все, что можно. Вот, колючку наконец дали, но сначала надо колючку давать. Потом уже, ну по крайней мере, когда такое количество. Ладно, у нас три растения есть, которые могут противодействовать. Но даже их не хватило, прикинь. Почему так плохо прогружается вообще? А что мы тут еще по идее могли использовать? Да ничего, картофельную мину посадить еще могли, но... Смешно, да? Так, ставим как? Вот так, наверное, вот так. Так. Ага, и все, да? Но обычные справятся с обычными. Ну, фиг его знает, с ведром я не уверен, что справится. Может, лучше ледяной пока что вот так вот сделаем. Перец понадобится, но он дорого стоит, а этот перезаряжается быстрее даже и стоит дешевле. Или лучше вместо вишневой бомбы перчик взять. Он ледяную линию сжигает, а этот больше радиус. Ладно, давай перец. Ледяную линию все равно нужно будет убирать, потому что у нас только ледяной горохострел будет. А он не потянет один. И картофельную мину мы не взяли, да? А почему? Потому что тормознули. А стоит ли вот так вот сейчас проходить? В целом кабачками можно отделываться, но они дорогущие. Опять же, по сравнению с картофельной миной. А одна колючка справится с обычным зомби или нет? А, ну и опять обычный конус первым идет. Молодцы, конечно. В смысле, обычный конус. В целом конус идет первым. Это очень плохо. Надо было обычного пускать, чтобы... Угу, первым. Чтобы оставался всего один. А сейчас второй тоже конус. Ладно, так тоже сойдет. Так тоже хорошо. Наверное, это даже лучше. Так всего два зомби вместо трех идет. Да, так получше будет. Ну, против чат, чувак, уже явно используем кабачок. Угу. Других вариантов нет пока. А пока мы попробуем успеть, ага, поставить еще больше. Давай, наверное, чтобы не тратить время, вот так вот сделаем.
чтобы он пока перезаряжался, потому что 30 секунд перезарядки — это очень много. А по солнышкам мы пока можем позволить себе кабачок. Вот только теперь нам нужно успеть... Ага. Поставить ледяные грохострелы. Ладно, одного остановим картофельной миной и одного уже горохострелом. Быстрее, можно еще один ледяной горохострел? Ну, в смысле еще один, хотя бы один. Все, отлично. Только не тормози, побыстрее, да. А тут, когда он орех съест, он взорвется, поэтому вообще не страшно. Ага. Так, на два подсолнуха, два солнышка на один подсолнух еще хватает, замечательно. Тут можно колючек побольше в целом ставить. Теперь... Ты же справишься, я надеюсь. Давай поставим. Ага, заморозился, хорошо. Давай тут пока что вот так поставим. Зачем я мог? Ай. Нафиг я это сделал. А, настолько слабый, серьезно? Я не ожидал, что настолько слабый. Я со второй части уже привык, что они довольно-таки сильные. Ладно, тут перец придется использовать. Хотя, давай вот так. Заморозка — это, конечно, вовремя. Ага. Стой, не успей. Фух, хорошо, не успел. Все, хорошо, сойдет, сойдет. Надо было, конечно, в конце ставить, чтобы ведро еще успели снести, но... Ладно. Против ведра пока... Тут же водолазы есть. Водолазы, забыл про них. Они сейчас все испортят быстрее. Ледяной горохострел отличный есть. И вот так. Но на воде уже идут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Надо тут на воде еще ледяные горохострелы ставить. Потом еще орехи на воде тоже надо будет ставить. Неправильные мы растения взяли. Вообще неправильные. Угу, сейчас сольем за этого. Давай пока вот сюда поставим. И надеюсь, еще успею один ледяной грохострел поставить. Быстрее, быстрее, быстрее. Всего один нужен. Один-один — это два солнышка надо, чтобы этот не наглел. Потому что, я так понимаю, его не хотят заморозить. Все, отлично. А теперь заморозь его. Отлично, вот просто красавчик. Молодец. Теперь надо больше ледяных горохострелов ставить, чтобы это был еще и урон. Не забывай. Заколебешь. Слишком наглый. Хорошо. Это, наверное, лучше на воде, конечно, ставить еще ледяные горохострелы. Почему? Потому что тут будут... Угу. Неприятности. Потому что тут будут водолазы. Успей доплыть, пожалуйста. Успей, 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 успей. До ореха быстрее. Отлично. А вот теперь тебе надо успеть съесть его, пока он не проплыл уже мимо. Отлично, молодец. Все, это как минимум двойной урон уже идет, правильно? 40 уже. Замечательно, замечательно, замечательно. Водоросли пока использовать не буду. А что это я не буду? Буду, подожди. Только... Хорошо, ведро забрал, это замечательно. Так, и дам верное, давай колючки начнем ставить. Во-первых, они помогут от катков. Во-вторых, блин, перезаряжается долго. Я думал, быстрее будет. А ну-ка, сколько перезарядка идет? 8, примерно 8-10 секунд. Не успел посмотреть. А ну, оп. Да, 10 секунд, скорее всего. Так, мы успеваем солнышки собирать, но надо еще грохострелы ставить. Давай вот так, надеюсь, нормально будет. Так, и теперь давай едьте. Ага. Не едьте, в смысле снежный человек, а едьте. Чтобы они ехали, говорю. Пока что можно им ехать. А, вы еще и назад ним иногда откидываете. А чё ж вы до этого не откидывали, когда перец пришелся потратить? Угу, давай так. Не, водоросли будем тратить чисто на этих говнюков. Ага, с ведрами. Так, нормально. Ага, я вижу, едет. Ничего страшного. Оп, заменили. Надо больше солнышек, больше. Мы солнышки должны быстрее получать, чем будем, ага, быстрее тратить. И останови, пожалуйста, на колючки. На колючки заморозь его. На колючки, это нужно, это прям очень сильно нужно. Спасибо. А колючки давайте откидывайте назад его, чтобы он не надел. Да, хорошо, пока все неплохо идет. Давай вторую колючку так поставим. Нет, пока дороговато горохострел брать ледяной. Не-не-не, у нас солнышек на это нет. Ага. Вот, вот после того, как дали колючки, вот теперь можно в целом... Ага, стоять. Ставить катки. Да вы чё, ну не в таком тоже количестве. Вы тоже головой думаете, вы чё?
Так, сверху надо поставить. Быстрее, там ни одной нет. А снизу две. Ага, вот так, все, замечательно. Так, так больше шанс, что заморозка пройдет. И он остановится. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Ага, снизу это не страшно. Опа, и все. Быстрее, еще один. Еще одна колючка есть. Так, ведро можете откинуть назад? Как? Когда? Подожди, когда орех успели съесть? Почему? В каком момент? Не, реально, в какой момент? Последний раз, когда я смотрел на него, там было еще дофигища здоровья. Он был целый, в целом. В целом был целый, понимаешь? А сейчас уже не целый был. Его успели съесть. О-о-о. Давай, ведро, пожалуйста. Опа, нет, водолазом. Который, по-моему, пытался сейчас проплыть под орехом. Или мне показалось? Так, давайте два солнышка мне нужно на орех. Давайте, ага, красавцы. А вот эти наглеют. Скорее всего, нужен кабачок нам, да? Лучше водоросль подожду. И буду надеяться, что водоросль заберет именно ведро. Давай, Надежда, давай. Опа, ведро. Обычного, что ли, Ладно, давай, пока у нас есть время в целом. Успеет перезарядиться, если что. Так, давай, тут уже три колючки, отлично. Тут три колючки, здесь пока две только. Ага, еще один ледяной горохострел нужен. Опа-на. Тут три волны целых. Чё-то дофига. Да, можешь съесть, не страшно. Чё, заморозьте только его. Все, он даже кувшинку не сможет схавать. А давай, наверное, вот этим и воспользуемся. И теперь нужно будет сюда второй орех на всякий случай ставить. Давай. Оп, успел поставить. Снизу уже ладно, сломался, ничего страшного. Давай, ведро забери, главное. Что ж ты забираешь-то, хрен знает кого. Да, прекрати. Угу, хорошо. Колючка, ну давай вот сюда третий поставим. Чисто против обычных зомби, все. Ну, колючка, конечно, слабовато. Ага, сейчас, да, конечно, несколько ведер. Не жирно ли? Ничего. Ничего страшного, бывает. Ну, просрали кабачок с орехом. Ну, ничего страшного. Всего 150 солнц. Ой, куда ты? Бывает. Ничего страшного. Вот они уже успели перезарядиться. Замечательно. Так, где ты там едешь? Не прикольно. А что сейчас, слышишь? Что сейчас их меньше едет, чем в прошлый раз? В прошлый раз их больше, по-моему, было. Хотя то был ознакомительный раунд. Там наоборот должно было мало идти. Что-то, может, еще ледяные горхострелы поставить? Потому что что-то мало их замораживают. Хотя у меня солнышек на это нет пока. Опять хавайте? Серьезно, опять толпа доплыла? Вот я тебе и говорю. Вода самое опасное у нас тут место. Не-не-не, у нас и так с солнышками проблемы. Значит, выкапывать еще один ряд подсолнухов не стоит. Даже ради ледяных горохострелов. Тем более, дороговато они пока стоят. Ну, естественно, еще один орех успеет съесть. Только давайте пока этот. Ага, спасибо, побыстрее. Как душно. Как же душно. Очень долго раунд идет, очень долго. Угу. Да прекратите уже. Так, ведро можешь забрать вот так? Оп. Ага. И кого ты забрал? Водолаза, что ли? Так, вы, если едите их, то хотя бы не так быстро. Потому что у меня не успел еще перезарядиться. Еще 10 секунд, вы че? Так, а ведро идет. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Ведерко. Отлично, спасибо, что заморозили. Спасибо, что подождали. Так, ну, два ведра, это многовато. Почему их назад не откидывает? Откидывайте назад, вы чё? Неужели перец придется использовать или кабачок? Да, ну, обычного вы... Спасибо. Ага. Красавцы, заморозьте. Теперь заморозка. Пускай остановить их. Остановитесь. Стой, стой, стой. Раз, хорошо. Отлично, молодец. Заморозил, когда он умер. Красавчик. Гениальный план. Так, хорошо. Только колючки у меня пока нет. Хоп,
Ну, сейчас орех этих всех наглецов уберет, хорошо. Оп. Ну, все, все прекрасно идет, все. Дальше у них никаких шансов нет, вообще никаких. Конус. Не конус, не ведро, а именно обычного. Красавчик, выбираешь прям то, что надо. Так, ладно, давайте вы быстрее доедайте. Я орех новый поставлю, и у нас все по красоте завершено. Смотри, просто идеально все. Как в сказке, просто красивейшая картинка. Давай, орех. Быстрее, у меня там солнышки. Ага, замечательно. Ну и все, смотри, красота просто. Надо ли мне печка? Нужна ли она мне? Ну, в сочетании с обычным грохострелом, разве что. Но сейчас же по-любому будет что-то, для чего нужна печка. Дельфины, и сейчас 3 стрел дадут последним, правильно? А стена орех когда дается? Кстати, ты хитрожопы. Давай мне улучшение. А корабли? Баба-баба. Бла-бла-бла-бла. Так, может, двойной грохострел стоит еще купить? Конечно, стоит, но денег нет. Поэтому берем так-так-так. Так-так-так. Вот стена орех как раз-таки дастся после дельфинов. Молодцы. Гениально. Тогда при... О, кусь-кусь может сделать? Не, кусь-кусь не надо. Вот так сделаем. А что с вами, козлами-то, делать? И насколько они прыгают в этом моде? Вот этого мы не знаем. А тут уровни слишком длинные, чтобы просто на своем опыте проверять. Кстати, но вместо чего? Вместо тебя. Тут я не вижу ведер. Сойдет. Чё? Грохострел. А, вот так, да? Ты так хотел, чтобы я сделал? Ну тогда кубачок нам нужен. А вместо чего? Вместо ореха, да? Ты предлагаешь вместо ореха. Но это 450 тоже как бы жирно будет слишком, не? Хотя этот в 3 линии будет стрелять, скорее всего. Я не помню, как там было. Не хватает одной линии. Она 20 тысяч стоит. Одна ячейка. Чем мне с вами, козлами, делать? Мне поначалу нужно чем-то отбиться. 200 это слишком дорого. Поначалу не хватит. Может, вместо орех, но орех нам нужен. Вот это нам тоже надо. Ладно, давай так попробуем. Надеюсь, просто повезет. Ой, что так зависает уровни вообще? Что за хрень? Давай, давай, солнышко, быстрее, быстрее, быстрее. Может, слишком много аккаунтов создано? Мне ж каждый профиль разные моды. Так, ну Lavan of Hell можно, наверное, уже удалять, правильно? Я его прошел. Обычный нельзя удалять. Так, обычный зомби опять... Фу, зомби с конусом идет. Опять единичные штуки. Хорошо, второй обязательно должен быть конус. Если не будет конус, значит это очень плохо. И какой следующий? Оп. 2 по 1 линии. Тут, наверное, я даже зря поставил. Было бы выгоднее ставить скорострел. Ну, как пойдет. Сейчас посмотрим. Неужели успеем скорострел поставить? Ну, потому что вы двое, конечно, вы мне испортите все. Да ладно, хотите сказать, скорострел бы успел? Не, не надо, все. Вот так сделаем пока что. А вот здесь уже скорострел на конус поставим. Хотя на конус лучше картофельную мину поставим. 1 орех. И 1 скорострел. Ладно, хрен с вами. Давайте пока скорострел поставим. Против тебя. Против тебя орех поставим. Быстрее. Солнышко надо. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот против тебя. И против тебя картофельную мину. Как раз 3 клетки. Отлично. И на подсолнух у нас чуть-чуть не хватает. Ага, все. Так, ну вверху у нас защита уже есть. Здесь, я надеюсь, они успеют вдвоем дойти. И вместе взорвутся. Ага, сейчас, сам умный. Здесь, ладно, поставлю картофельную мину. Так, скорострел нужен. Так, ну а ты, походу, не успеете съесть, да, пока он идет рядом. Хотя лучше бы успели, конечно. Главное, чтобы по воде пока не пошел. Идеально. Просто великолепно. Ага, не-не-не-не-не-не-не, так невыгодно очень. Сильно невыгодно. Может, сразу улучшение поставить? Во-первых, оно нам нужно. Во-вторых, оно нам очень нужно. В-третьих, может, оно по 3 ряда стреляет. Не, нифига не 3 ряда. Облом, 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 облом.
Придется так, пока... Ух ты. Тебя, надеюсь, успеем. Ну, три клетки есть, три, значит, должен успеть. Ты, зараза, я думал, ты успеешь, как бы. Ты, точнее, сможешь три линии стрелять. Он не стреляет три линии. Давай пока поставим вот так, чтобы сильно солнышки не тратить, а их пока накопим. Ага, вот так вот. И надеюсь, успею тебя вынести. Сколько? 480. Нормально. Блять, я случайно, я не туда нажал. Случайно. Ну и ладно, фиг с тобой. А вот на воде уже надо, конечно, скорострел ставить. Да, и что мне тут, картофельную мину предлагаете ставить? Ладно, здесь фиг с ним. Водоросли использую. Так, и пеньки нужно вот здесь вот ставить. На этом уровне. Ладно, давай, ты вот так идешь. Ты вот так идешь. И здесь как бы двое идут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, снизу идут. Быстрее, мне нужен скорострел. Причем как можно быстрее и сразу, наверное, прокачать лучше его. Ага. Что-то улучшение на скорострел как-то слишком быстро. Нет? Перезарядилось? Или мы тут уже сколько сидим на этом уровне? Нужно улучшение на скорострел. Быстрее, быстрее. Тем более внизу два конуса было. Одно солнышко, быстрее. Быстрее, отлично. Да иди в жопу. Так, смотрим, сколько. 50 секунд, минута. По-моему, довольно-таки быстро. Быстрее, чем в Brutal X или оригинал, не помню. Но довольно-таки быстро. Так, пеньки нам надо. Ой-о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 й. Ай-яй-яй, я забыл про водолазов. Эти ж водолазы все испортят. Сейчас, да, угадал, ага. Давай, оба, на дно. Так, теперь пеньки нужны. Пеньки давай вот так будем ставить. Ух ты, нет, стой. Я ж не знаю, как вы... Охренеть, у вас дальность. Нет, тут тогда орехи поставим чисто для этих уродов. И здесь сделаем вот так вот. Ну, придется так сделать. Слишком далеко прыгают. Это плохо. Что там, конусы? Да, сверху уже практически прошел. Ага. Прекратите это делать. Опа, хотя бы один. Так, и это мы, надеюсь, быстренько успеем снести. Сколько у него? Ну, 500 здоровья, да хрень еще, вы че? Тогда лучше вот здесь подсолнух, а вот здесь вот уже печку будем ставить. Класс. Так, а здесь у меня на орех не хватает, слышишь? Учушу так быстро, ты шо? А так нельзя. Ух, смотри, накинулись-то как. Оху-ху. Давай, вот так, оп, на дно. Так, и вот здесь надо будет печку поставить. Все. Давай. Так, здесь, надеюсь, орех нам поможет. Орех в помощь, отлично. Так, здесь, если схавает, у нас есть... Ага, вот так. Мини-помощь. Вот здесь тогда надо будет подсолнух поставить, чтобы компенсировать тот... Да, ну прекрати, здесь надо печка, срочно. Нужна печка, вместо вот этой вот. А, кстати, если два ореха подряд здесь что-то будет, бонус какой-то дополнительный. А ну, сейчас посмотрим. Давай, добивай, ну это ж печка у тебя есть. Он что, здоровье себя пополняет? Да, красный орех есть, отлично. Оу, воу, вот это не ожидал, подожди. Быстрее, орех, оп, ешь. Ясно, не успел. Ну тут не успеет уже, да? Охренеть, а вот ты, зараза, все-таки еще жив. Но хрена ли тут сделаешь, уже здесь ничего не сделаешь. Ладно, фиг с тобой. Ну что, уже тем более мы почти выиграли, ладно. Не страшно. Ах, наконец-то. Так, нам нужен орех, правильно. И печка. В приоритете ореха, и вот сюда вот печку поставим. Дороговато, конечно, за 175 печку. А фиолетовый, если пролетает через две печи, вообще никакого эффекта не дает, правильно? На дно? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мне кажется, они пополняют себе здоровье, не? Может, кажется. Может, у одного быстренько забирают, у второго уже есть ощущение, как будто бы... Нет. Фиг его знает. Ну, водолазы, конечно... Фу, вот эти... Дельфины слишком далеко прыгают, слишком далеко. Непростительно далеко. Угу.
Так, теперь стена орех. Вот отлично. Ага, угу, угу, угу. Так, ну минус этот урод и минус этот. Еще разочек. Надо два конуса подряд поймать. Два конуса подряд. Замечательно. Класс вообще. Итак, конус один идет по граблям, естественно. И потом любой, любая линия, конус тоже нужен. Абсолютно любая. Так, вы мне солнышко, главное, давайте до того, как зарядится подсолнух. Да затрахали уже с этими обычными, а. Ну да, на той же линии давайте конус. Ладно, хер с тобой. 250 солнышек, главное, успеть накопить, да? Да-да, накопим мы, ага. Сколько? 250, это до хера, это сколько еще? Это еще очень много. 100, давай, 200, допустим, успели. Вот так поставим, и 50 хорошо, тоже успеваем. Раз, два. О, класс, давай, ведро, то, что нам надо. Хорошо, надеюсь, то, что мы этого убили конус, ничего не значит. Да, отлично. Значит, у нас есть время понаставить подсолнухов, замечательно. Давай, давай, давай. Сейчас сколько, 15 секунд, но надеюсь, он не успеет пройти. А то это слишком как-то быстро идет. Как-то слишком уверенной походкой, 10 секунд остается. Давай, так. А, кабачок, точно. Угу. Так, класс, у нас везде нужный, да? Скорострелы уже. Давай, вот так, хорошо. Ай, кабачок здесь нужен. Тогда здесь скорострел поставим. О, замечательно, успеваем. Ты смотри как. 8 секунд, нормально. Так, теперь надо два солнышка, отлично. И быстрее перезаряжайся, хорошо. Так, с тобой, с ведром, надеюсь, справимся. Так, нужен скорострел поверху. Давай, 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 быстрее. Так, опа-на. И хрен вас знает, справимся вообще или нет. Может, придется оставить еще один орех. Ну ты вообще не всрался нам. На тебе еще кабачок не работает. Все, сдох урод, отлично. Ладно, хер с тобой. Блять, ну опять же, идет там, где не надо нам. И главное, стену орех нельзя ставить, потому что она бесполезна против него. Давай, добей. Я надеюсь, ты просто добьешь его и все, красавчик. На воде тоже надо ставить что-нибудь. Ладно, хрен с тобой. На воде поставим орех. Пусть жует. Класс, быстрее, 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 быстрее. Два грохострела должны успеть справиться. А, с двумя с этими? А с двумя вообще не факт. Так, ну фиолетовый огонь летит, это хорошо. Главное, успел. Красавчик просто. Тебя пять. Как напрягают эти бегуны нахер. Вот это самые конченые тут зомби, которые есть. Которые нам попадались, точнее, пока что, пока что. Это бегуны эти вонючие. Просто максимально мерзкие, просто такие фу. Не могу, блядь, снизу подстава еще, давай. Ну, у нас сейчас солнышек нет, что очень опасный момент. Так, хорошо. Да, отлично, успеет снести, красавчик. Так, на воде теперь, блядь, на воде сейчас будут эти тоже долбоебы. Ну, давай, кувшинку хотя бы вот здесь вот поставь. А, у нас тут и грохострел нет, заебись. Вот замедление, конечно, игры сейчас бы не помешало очень сильно. Да-да-да-да-да. Ага, хера ли толку, у меня скорострела нет, быстрее. Оп. Блять, куда ты нахуй опять прешь? Быстрее, быстрее. Раз, два, раз, два, раз, два. Еще одно солнышко, отлично. Блять, он едет еще, блять, нихера себе, как быстро. Тебе так не кажется, что он слишком быстро едет? Дядюшник какой-то устроили тут? Нет, подожди, вот так вот, хер вы угадали. Давай, тут два скорострела, должны с ним справиться, я надеюсь. Хорошо. Блять, у нас солнышек просто не хватает.
Вообще нихера не хватает их. Быстрее, надо будет еще, ладно, ряд ставить. Ведь заранее надо было бы знать, конечно, что вот так вот будет. Так, хорошо, быстрее. Так. Все у нас хорошо, неплохо. Вот снизу... Ладно, кабачок. Идеально, хорошо. Да ты, блядь, издеваешься, что ли? Быстрее. Ебать, он несется, нихуя себе. Какой горелый, нахуй. Я-то думаю, чё я не успеваю? Ебать, как и давит на газ, а. Так куда ты, блядь? На, что-то слишком обнаглели эти гандоны. Чё там опять? Не-не-не-не, пока ничего такого нет. Так и с бегунами справляйтесь, пожалуйста. Огромная убедительная просьба. Хер ты угадал тут, хер ты угадал там. Тут и там, я вам не по зубам, понятно? Все. Хер вы пройдете хоть куда-нибудь, ага. Ух, сука, я в бешенстве. Нет, солнышек пока не хватает еще одну стену орех ставить. Жирно будет слишком. А, ты уже плачешь, сука, нытик. Сейчас, ладно, я тебе помогу немного, подожди. Вот так вот, все, давай улучшение. Куда лучше? Да везде надо, ладно, на воде в первую очередь. Ага, охеревший какой. Стоять. Кстати, тут лед очень быстро тает. Либо мне опять же кажется. Тут, ебать, какие растянутые уровни. Так что, возможно, мне просто опять же кажется. Давай на воде. На воде что-то наглёшь идет. Ага, но тут прыгающие гандоны. Подожди, не-не-не, тогда тут такого не надо. Сука, почти же добежала. Надо еще скорострелы ставить на землю. Да это вот так, 25 пока что не жалко. Солнышек. Да куда ты? Сука, ладно, хер с вами. Пока что на воде не надо ничего. Так, улучшение за 250 доступно, отлично. Его мы пока не можем себе взять. Блять, ну и прыгай ты через это. Ух ты, сучара какой, а. Ага, хуй там ты угадал. Блядство, чё ж вы так быстро-то едете? Охуеть, подожди. Ага, хер ты не успел прыгнуть. Блять, а тут успела. Вот сука. Запарили, а? Хера ли вас так много-то, а? Да хуеть просто! А, здесь почему нет подсолнуха? Какого хрена я сюда не ставлю? Так, не, вот сверху самый опасный момент. Вот сверху у нас нет газонокосилки, поэтому там будут скорострела аж 3 целых. У нас солнышек еще нет против этих, да? Ездунов. Еще сверху 250 надо, конечно. Охереть. Фу, давай, давай, давай. Так, 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 так. 250, конечно, хватает теперь, но. У нас же сейчас эти еще придурки поедут. А у меня на них как раз таки хватает так и хватает вот так. Давай, двоих сразу. Оба-на. А, сверху газонокосилка до сих пор работает, да? Ну и все, в жопу идите. Хер вы тут выиграете, понятно? Ух, хорошо, прошли. Мини-игра, ну стоит ли? Ладно, стоит. Че там будет? Ой, сука. Какое-нибудь говно ведь, верно? Конвейер. Че тут как-то часто конвейер используется, не? Конвейер плюс обычный зомби. А 3-5 было конвейер и маленькие зомби. Разнообразие, еба. А, тут 3 стрела мина задрочи, точно, это я помню. Ну так нормально, и сюда один 3 стрел, все, отлично.
Вот если печки еще дадут, это отлично. А, тут и печки будут давать, отлично, это я помню. Сюда надо тоже стенорех. Бля, это очень тупо, что бегун может перепрыгивать сквозь стенорех. Это прям бред. Это прям дикость даже. Ну а печки вы будете давать или чё? Алло, вы про печки не забыли? Колючка всего одна, и это очень плохо. Сейчас, если пойдут, поедут эти катки, мы каким хером их должны останавливать? Тогда вот здесь вот будут уже печки. Угу. А вот здесь три стрелы все еще пускай будут. Ладно, перец для того, чтобы остановить каток, сойдет, допустим. Водоросль нахрен не нужна нам пока. Так, три стрелы уже максимум. По этим линиям придется теперь по краям и по центру ставить. Кабачок тоже годен, чтобы остановить каток, это замечательно. Но придется уже по центру ставить, по краям. Какая уже разница, ага. Пока что будем по воде ставить, ага. Они тут больше всего нужны, потому что на воде очень жестко идет все. Ну а печку что, ни одну не дадите? Вы что, серьезно? Что, какой-то заговор, я не понял. Ни одной печки не дают. Может, они и не должны давать? Ну, по-моему, должны. Или просто разработчик решил усложнить нам задачу и решил печки не давать. Типа, и так ледяные горхострелы слишком жирно тебе будет. Печки давать. Ну ты чё, ну алё. Ты вообще алё, не алё, что ли? Ну это придётся вот так, чтобы не скапливалось. Ну и водоросли в жопу вообще убираем. Ну там самое не место. Давай, бля. Какого хрена? Зачем? Чтобы что? Зачем ты? Говна кусок. Хер ты угадал, понял? Вот так. Да, падла. Три стрелы еще. Три стрелы наносит сколько? 20 урона. Раз, два, три, четыре. И сколько? 7. Правильно. 7 по 20 это слишком мало. Это сколько будет? 140, правильно. Правильно. 140 урона по этой хрени слишком мало. Наверное. Фиг его знает, сколько у него здоровья. Я до сих пор сомневаюсь, что я правильно посчитал, что 140. Ну 140, по идее, да. Все, на воде с горхострелом... Ну, получается, у нас и не будет, правильно? О, да ты чё? Да ладно, печку дали, охренеть, вот это да! Одну печку. Это сколько мы? Половину раунда прошли, да? Ого-го! Вот это... Ух, наверное, чтоб не зажрались. Заколебёшь. В жопу. Нам уже нечего. Ну чё, перца есть пару штук. Да ладно, еще. Вот это не может. Вот это щедро когда. Две печки. Вот это да, молодцы. Заколебёшь, блядь, дохни быстрее. Так, я тебя понял. Нападла. Не, а ты чё, хочешь съесть печку, хочешь сказать? Не хочешь съесть, понял? И сказать тоже не хочешь. Так, защищать печки. Охренеть, нам теперь печки. А чё он укусил? Чё он съел? Чё он пытался съесть, алё? Так, нафиг это все убираем. Вот так, если что, ставим у нас перец, если на вот это вот. Садомита этого. Так, это лох. Не туда ты поехал. А, печки может, кстати, справиться с этим, правильно, уродом? Да-да-да-да-да. Класс. Единственная линия, где у нас нет печек, и ты по ней решил поехать, да? Хитрожопый какой. Справится ли ледяной огонь? Ну, справляется, но довольно-таки гнусно, очень слабо. Не, ну тут ты уже слишком много проехал, нет. Слишком много тоже себе не позволяй, слышишь? Не-не-не-не-не. Да ты чё, издеваешься, что ли? Давай вот так. А, ты внизу уже подох. А чё огонь вот так вот не... Ты чё? А чё огонь не растопил эту линию? Ну да, но снизу, но эту клетку-то должен растопить, по идее, правильно? Ладно, пускай тут стена орех уже будет. Да ты чё делаешь?
Сейчас, да, разбежался, ага. Ну, стена орех 3 еще штуки, я, наверное, могу уже не рассчитывать, правильно? Вот здесь ставим колючку. 3 стрела нужен, нам нафиг не нужен. 4 печки дали, офигеть просто, вот это жадность. Давай уберем лед, напрягает. Вот так вот сделали, все. Так, ну давай, для красоты хочу еще 2 стены ореха, но вряд ли ты нам дашь, да? Он даже, смотри, водоросли не захотел вытащить до конца. Ну, прошли, хорошо. Иди в шоп отсюда. Так, тут у нас... О, шарманчик, твою мать, если тут будет невидимо, это будет очень плохо. На этом все, можешь подписаться на канал, чтобы вести следующую серию. И скоро увидимся.